Друзья, рад всех приветствовать на канале 26 колесо. Сегодня хочу немножко прокатиться по центру города. У нас сегодня знаменательное событие. ПМФ, Международный экономический форум. Весь город стоит, все в пробках. Это судный день, на самом деле, для наших маленьких друзей. Но они как форель, как вот эта рыба, которая видит пороги. И все равно идет туда, чтобы погибнуть. В общем, наши маленькие друзья сегодня выживают как могут. На самом деле плохо получается, потому что транспортная обстановка просто 9 баллов. Дождь на горизонте. В общем, все самое лучшее для наших маленьких друзей. Сегодня проедемся по центру. Это самый-самый-самый центр. Как обычно, с комментариями. Давайте отправляться. Чего себе, какой ветер встречный. На велокомпе нужно увеличить строку. Вот это место, где сейчас я еду, сюда всегда пролезают. Какой-нибудь наш маленький друг обязательно залезет. Здесь сейчас еще один будет левый поворот, на который я тоже всегда поворачиваю уже с поворотником. И тут надо смотреть назад. Здесь небольшой поток уходит прямо, но нужно смотреть. Сбираемся на мост. До сих пор, кстати, вот тут не поубирали стекла, камушки. Все это, что лежит на обочине. Нужно набирать скорость. Сзади наши маленькие друзья атакуют. Как же классно на гравиничке, вот этим стыком. О, ничего себе, вилли на электросамокате. Теперь я видел все. Короткий поворотник, большая скорость и хреновая дорога. Да, вилли на электросамокате. Прикольно. Что у нас здесь? Все, надо мчать. Все никак не придет мой шоссейный велосипед для данного велика. Поэтому приходится на гравийных колесах мчать. Так, зеленый. Нужно успевать. Блин, яма. Опасно, не видно эту яму маленькую было. Ой, какая девушка сбоку едет на прогулочном велике. У нее в корзинке цветы. Это так приятно. Что такое романтическое? Девушка с цветами. Потихоньку приближаемся к месту страданий наших маленьких друзей. Смотри, сейчас по левую руку черные машинки. С одинаковыми номерами ДПСнички, с мигалочками. И на самом деле все дни форума просто так по городу ездят с мигалками. Не знаю, с какой целью. Что мы тут. Вон с камера. Пока все нормально. Здесь положили, кстати, новый асфальт. Там кусочки. Приятно. Ух ты ж, блин. Стоит МТБ-ха с таким рулем, как бы бараном, с какой-то handmade. Все, залетаем на мост. Залетаем на мост. ДПСнички везде. Что-то сзади никого нет. Залечу по широкому радиусу. Пойду потихоньку, потому что впереди красный свет. По правую руку туристы. Не так много, как вечером, но они уже присутствуют. Город наводнен туристами. Чего еще? Классно, кстати, я еду сейчас, потому что впереди большой спуск. И у меня зеленый свет будет. Ну-ка, правда, мне заняли весь съезд. Так, что делать? Поедем как-то так. Кто-то тут не успел. Совсем недавно здесь была гонка шоссейная.
интересный ролик на канале Маски Никиты. Посмотрите, как он выиграл эту гонку на циклокроссе. Здесь, вот в этих же местах, ребята ехали. Там какая-то средняя безумная была у них. Так, ну что, ну как обычно. Как обычно постоим. Что у нас на горизонте? Кстати, довольно все недурно. Я решил проехаться по центру, посмотреть, как тут обстоят дела. На районе, ну, будет все чуть похуже по-любому. На этом перекрестке все как всегда. Но троллейбус не дал запереть перекресток. А обычно вот этот вот ряд поворачивающий наглухо его, значит, блокирует. Кстати, довольно неплохо, я вам скажу, для пятницы, для плохой погоды. Так, что у нас такое впереди? Непонятное. Едет. О, да не, все хорошо. Все хорошо впереди, 100%. Это видно по троллейбусам. У них рожки, значит, торчат, ну, видно издалека. Все, начинается хаос. Нужно уходить влево. Потому что и еще влево я пойду сейчас. Потому что вот этот хаос из-за пробок. Видишь, что троллейбус тут сделал. В общем, все время левее. Объезжает троллейбус. Узко. Троллейбус и хочет отъехать. А нам надо вклиниваться. Что делать? Вот один выехал. Ну, преследуем его. Дальше завязать я не буду вглубь. Так, у нас вроде как зеленый. Мы вроде как не едем. Тут вроде как второй ряд и третий ряд. Забавно. Все нутро. Да-да-да, истерикует. Все нутро для наших маленьких друзей уже отправляются в таких сложных ситуациях, когда пробка, когда все становится. Здесь тоже сразу смещаюсь левее. Вот эти вот поворашки направо. Ой, впереди там красота. Как-то говорится, куда глаза глядят. Вот эти вот штуки, белая разметка. Это очень-очень опасное место для сликовой резины, для шоссейной. Нужно быть глаз на глаз. Так, что у нас тут? Ну, ожидаемо. Все уже стоит. Кстати, прошел дождик. Кстати, уже все мокрое. Ну вот, вот эти звуки, бесконечные мигалки, бесконечные сирены. Все крякает. Там уже желтый свет. И вот здесь уже красный, смотрите, он на красный едет. И сбоку там народ продолжает пересекать перекресток. Ну, запрещено это по правилам, на самом деле. А они бы могли сказать, ну, вафли же ведь не нарисовано. Поэтому, в общем, мы выезжаем на перекресток там и ждем. Но в данном случае это не актуально, потому что перекресток заперт. Обожаю эти звуки. Обреченный такой. Обреченный звук клаксона, когда уже понятно, что шансов нет. Видите, вот сбоку. Раз, два, три. Это все стоит. Особо одаренные вот умники. Две, там, три машины не залезли на общественную полосу. Кстати, рикша. Они залезли на общественную сторону. Полосу, точнее, и атакуют. 7, 6, 5. Чуть-чуть раньше. Троллейбусик здесь, он сейчас пойдет сюда налево. А, ну, что вам сказать? Жестко, жестко. Ну, как и предполагалось. Все, вот это вот, смотрите. Эти все люди не теряют надежду. Они на что-то надеются. На что никто не знает.
Так, тут какой-то хаос. Поедем вот так вот, объедем этот хаос. Красная курточка в таких условиях очень актуальна, потому что условия плохие, видимость плохая. Видно все плохо. Поэтому единственный шанс остаться заметным — это красная курточка. Так, вот это вот Бэха уже выехала на красный. Видите, смещается, там пешеходы уже пошли. И он. Тем временем начался дождик. Блин. Просто едет вообще. В упор. В упор на меня. Так, что у нас здесь? Я без крыльев. Это такой неприятный момент. Так, дружище, он задом ходит. Даже не смотрит. Все вот эти тела голубых кровей, значит, они вот сейчас возят в эти гостиницы, которые здесь на Невском. Ну и, соответственно, здесь на общественной полосе будут постоянно припаркованы всякие персонажи. А здесь прикольное место, смотрите, раз, два, все на аварийке для проезда. Ну, большой груз какой-то уже тут точно не проедет, потому что они, ну, заперли все. Все пространство. Так. Так, пешеходы. Опасно. Но то, что прошел дождик, мне не нравится. Я думал, успею проскочить до начала дождика, но не успел. Не успел, поэтому поеду не спеша. Кстати, сегодня у меня тест без камерки, такой полевой. Ну, накачал я ее довольно мощно по бескамерным понятиям, чтобы понять, как это все едет. Ну, плюс, чтобы оно там получше защелкнулось. Поэтому вообще, конечно, мечта приспустить это все дело и попробовать на низком давлении. Вот это обалденные места. Метро Владимирская, Владимирский собор, улица Колокольная, Поварской переулок. Так, газели вот эти сумасшедшие. Фу. Это просто потрясающие места. Смотрите, слева идет трамвайная полоса. Там асфальт такой гладенький-гладенький и рельсы. Это вот идеальное место, чтобы там, ну, вообще убраться в легкую. Он даже сейчас видно, что он блестит. Это самый первый знак того, что туда вообще не стоит соваться. Пришло лето, и забавно, что на улице повыезжало какое-то огромное количество всяких велосипедов, ну, таких совершенно необычных. Смотрите, я здесь еду прямо по этому краю, сейчас мне сзади там сигналить буду, но я никуда не буду смещаться, потому что стоит автобус. Ну и, в общем-то, тут смещаться некуда. Ой, и дальше тоже, видите, одна, вторая машина. Поеду максимум по центру. Вы должны тоже не переживать, если вам пытаются куда посигналить. Просто едете и все. Если начинается в вашу сторону хамство, мой совет — сразу отвечайте хамством в пределах разумного. Ну, примерно таким же хамством, чуть-чуть на одно деление пониже. Да, то есть, если вам начинают хамить, в принципе, с этим человеком, ну, как показала дорожная практика, не стоит быть добреньким. Ну, не то, что ему прям хамить в ответ, да, но, в общем-то, тоже показать, что вы не будете, потому что существует такое, значит, отношение к велосипедистам, что их место где-то там на клумбе, они где-то там должны, значит, многие в это свято, кстати, водители верят, и поэтому, ну, они наезжают довольно агрессивно на велосипедистов, потому что считают, что они имеют право. Если, в общем-то, в ответ точно так же агрессивно водителю высказать свою точку зрения, то, как правило, он, даже если не хочет, то тоже понимает все. Так, тут что-то... А, понятно, это поворот на фонтанку. А, нет, это припаркованные машины. Блин, как опасно водить. Он просто на ровном месте, он едет в тебя. Скорость даже не снижает. Это какое-то минное поле. Я не знаю. Что ж ты будешь делать? Так. Машинка припаркованная.
лезем, объезжаем. Ну что, кстати, скажу вам, довольно-таки неплохо. Я думал, что все будет в разы хуже сегодня. Но все довольно-таки прилично. Ну вот сегодня как-то, может быть, время еще не то. Может быть, президент сейчас как раз зачитывает свою речь там где-то, и когда он ее дочитает, будет объявлен план под кодовым названием «Коллапс». Все закроют, перекроют. Есть некоторые районы города, где съезды на ЗСД, ну, то есть те дороги, которые идут в аэропорт, прямые, объездные загородные дороги. Вот жители тех районов, они, конечно, здорово страдают. Причем, самое что обидно, они страдают в таком непредсказуемом варианте, потому что весь день они, наоборот, этот проезд как-то пытаются пропустить. Потом в какой-то момент он наглухо встает. Вот реально вообще все не шевелится. Там 40 минут или 30 минут. И все стоит. Это такая ложная уверенность, что ты вроде ехал. Было все нормально. И даже там пробочки глянул, навигатор. Выезжаешь с работы, все зелененькое. И туда приезжаешь. И хлоп. Кучу велосипедистов уже встретил. В кепочках. Ну, вообще, довольно любимая такая. Любимый головной убор велосипедистов. Кепочка. Кепочка, надо думать, здорово спасает от ударов, от столкновений. Надо, ну, разузнать вот эту тему кепочек. Ух, узко. Потому что куча народу в них ездит. Наверное, в этом что-то есть. Может быть, я чего-то не знаю. Кстати, сзади рюкзак. Почти у всех этих велосипедистов сзади рюкзачок. Ну, то есть, наверное, это какая-то связка. Кепочка и рюкзачок. Такое неинтересное место. Неинтересный большой прогон. Еще и со встречным ветром. Стоит отметить интересную деталь. Там дальше будет два светофора. И вот они имеют какую-то совершенно необъяснимую регулировку. Значит, один загорается зеленым, тут же следующий загорается красным, там наоборот. В общем, сколько я тут езжу, пытаюсь понять, разгадать загадку этих двух светофоров, вот это и следующий. Ну, не удается никак. Таких вот куча машин черных, они, как правило, с красивыми номерами. Ну, этот не с красивыми, но тоже с такими достойными. Здесь я еду в центре, как обычно, не смещаюсь направо, потому что здесь обязательно будет ряд, поворачивающий направо. Вот здесь можно ехать. Опасная эта городская езда, конечно. Ведь не потому, что она городская, и не потому, что она езда. Потому что, ну, вот вокруг тебя какие-то обезумевшие персонажи, которые в своих пробках вообще теряют какой-то рассудок. Теряют всяческое представление о морали, начинают чудить, как им вздумается. Так ведь Петербург — город идеальный для велика-то, по факту. Ой, двери. Друзья, буду завершать сегодняшнюю поездку. Очень интересно вышло, как показало, ну, показал сегодняшний день, что, в общем-то, все бывает по-разному. День на день не приходится. По идее, вот пятница вечер, пробки, должно было быть все, ну, гораздо хуже, я предполагал там. Но вот по часам так выходит, что в какой-то час оно там все едет, в какой-то уже перестает ехать. Ну, то есть я сейчас попал в время, когда еще все более-менее едет. Кстати, ехал я сегодня на своем карбоном полностью гравинички вместе с бескамеркой установленной. Он стал весить ровно 10 килограмм. 10,0 с педалями. Друзья, напишите, как обычно, ваш хороший комментарий. Увидимся в следующих роликах. Не пропадайте. Всего хорошего. Пока.